Всех рады приветствовать на своем канале. С опозданием выходит видео покупки Ашан, и небольшую сумму покупала, где-то на 2400, потому что муж работает и ходила одна покупать. Купила все основное, и будут другие покупки, там с Пятерочки, с Перекрестка. Одноразовые пеленки 123 рубля. Очень понравились вот эти салфетки, ну цветные подороже, а белые 28 рублей. Сейчас по акции Naturelle и ежедневные прокладки, и для этих дней по 99 рублей я решила взять маме вот такие плюс. Ну, если хотите, можем открыть пачку, посмотреть давайте. Нет, наверное, не подцеплю. А нет, ну давайте. Тонкие они. Ну да, тоненькие такие. Были еще потоньше. Так, вот такие Dreams 45 рублей, новинка с кроликом. Из журналов я взяла женские письма, женские истории мистические, но не до 35 рублей. И телепрограмма 36 рублей. Хлебцы 38 рублей, жевательные колбаски 80. А, пакеты для завтрака, ну с собой что-то берешь, что-то положить, очень удобно, 18 рублей. Так, Дирол жвачка у нас 22 рубля. Взяла попробовать ихнюю ашановскую зубную нить. Колгейт у меня закончится. 99 рублей. Ну, посмотрим. Потом в пустых баночек расскажу. Так, колбаска 17 рублей. Почему-то подешевела. Потом у племянницы будет день рождения. Взяла вот такой конверт. Не знаю, сколько он стоит. С орхидеями. Они любят орхидеи. Вот денежку положить. Там на главной сцене выставлены чай, кофе, пастила. Ну, все к сладостям. Есть скидки на косметику Garnier, Tremesu, Nivea. Вот такие печеньки, колечки с кокосом, были с шоколадом, 50 рублей. Увидела петушок по 449 рублей, мне кажется, петушок 500 или 600 стоит. 330 грамм на 148 рублей. Взяла чебуреки мужу по 39. Вот такой мясницкий ряд, сардельки, 99 рублей большая, по упаковка 200, я большую не стала брать. Сейчас по акции молоко в домик деревни, 54, еще там два вида, я взяла домик деревни. Не было нашей ряженки, ряженка по 89, домик деревни, ну почти 90 рублей, две упаковочки взяла. Рис, гречка у нас все есть, макароны тоже есть. По акции сейчас котлеты Петелинка. 109 рублей. Только смотрите срок годности. Они, давайте посмотрим, до 23-го. Израсходуем. Так, блинчики с курицей 79. Оладушки краснодарских не было. Были вот эти по 63. Взяла попить водичку 20 рублей. Минеральную славяночка. А творог мягкий 9%. 27. Именно вот пинаколады, что ли? 13 именно этот. А, Слобода сейчас по акции. Данон тоже творог по акции. Я взяла с вишней. А, био-йогурт Слобода с клубникой. И Эмергуд. Много особо не набирала. И взяла себе... У нас появилось там белье. А, пижаму. 549 рублей. Я взяла потемнее штанишки. Взяла размер Эльку. XL мне показалось большие. И сейчас покажу, как она, ну, более-менее смотрится. Потемней. Не аляпистую такую. Вот она с киской. Ну, мне кажется, за 100% хлопок делает мытище. За 549 рублей, мне кажется, шикарно. Там и халатики, и белье, начиная от 800, заканчивая 1000 с чем-то. Вот, размер L. Так, делает Бангладеш. 100% хлопок. Вот, штанишки свободные. И были такие синяя футболка, розовые штанишки. Или такие совсем коротенькие. Вот. Ну, показывать я на себе не буду, что показывать. Вот. Ну, мне кажется, неплохо дома ходить. Я хотела, смотрела, присматривала пижаму. Вроде все прострочено, но они более такие свободные, клеш. И котон, вы сами знаете, может подсесть. И давайте пробежимся по чеку.
Открытка 31 рубль стоила. Так, сумма покупки 2401 рубль. Всем приятного просмотра. Будут покупки далее. И у нас в Москве очень резко похолодало, сильный ветер. Вообще в среду обещают 9 градусов. Но говорят, что еще, может быть, вернется бабье лето, но максимум до 12-15, 20 больше не будет. Кто в Москве, не ожидайте. Так что всех благодарю, жду от вас комментариев, лайков. И смотрите далее покупочки. Ребят, забыла показать. Смотрите, зубная нить, конечно, за 99 она тонкая, у Colgate лучше. Но я думаю, неплохая будет. И забыла показать за 125 рублей вот такую на даче. У них замки очень дешевые. Самый дорогой это 300 рублей, самый большой 400. У нас в хозяйственном вот такие даже замки, ну, продаются по 300 рублей. А тут 125 рублей. Видите, какой? И здесь уже смазка. Ну, нам на калитку надо. Очень классно. Теперь буду в Ашане замки брать. Покупочки из Перекрестка. Пирожок с яблоком 29 рублей. Взяла вот такой сметанник на двоих. Мне кажется, это нормальная цена. 75 рублей. Вот это такой кусочек. Так, взяла котлеты. Домашние у них иногда хорошие бывают. 289, 652 грамм на 188, 4 штучки. Так, захотелось голубцов с мясом, с рисом. Они стоят 200 рублей, 209 рублей килограмм на 173 рубля, 828 грамм. Такие неплохие, 4 штучки. Так, взяла картошка, только вот такая есть, ранняя. Там еще по акции виноград, но нам не нужен. Так, по 9,90 на 14 рублей 45 копеек. Вот такие сейчас по акции, по 49. Три вида макарон. Они хорошие, мне нравятся. И, наконец-то, мое любимое молоко в Перекрестке со скидкой 49 рублей. Давно не брала его. Вот такие были покупочки на 580. Покупки Ашан. Первый заход пеленки 43 рубля. Мне кажется, такие 55 рублей стоят. Фикс прайс стоит. Вот такой морс фруктовый, сад. Мягкий сыр. Колбаса окраина кремлевская, она где-то на 300 рублей недорогая. Арабский хлеб. Конечно, масло взял, домик в деревне, но мы обычно 82, он не знал. Так, и покажу вам чек. На 600 рублей. Покупки в магазине «Динозаврик». Закончился у кошки наполнитель. 100 рублей, вот такой Кузя. Там двух или трех видов. Барсик подорожал по 140. И мы такой же увидели. Появился новинка в фикс прайсе. Я не знаю, сколько стоит. Вот, ну, 100 рублей. Взяли вот такую колбаску. Колбаска стоит 20 рублей. Вот такие колбаски стоят 114 рублей. И взяли вот такой мячик 34 рубля. Сумма покупки составила 268 рублей. Покупки фикс прайс. Взяла вот такую эластичную ленту, которая до 10 килограмм нагрузка, фиолетовая, 99 рублей. Но у меня вопрос, она как соединяется, когда вот так занимаешься, она соединяется? Ну, посмотрим. Вот. Феликса набрала. Сколько получается? 6 пакетиков по 18 рублей 30 копеек. Фикс прайсе выгодно иногда Феликс брать, в Ашане по 22, по 23 рубля. Вот такой протеиновый батончик 25 рублей. Детский крем 55 и Сады Придонья сок тоже 50 с чем-то рублей. Вот этот мама взяла. Вот такие покупочки из фикс прайса. Покупки Перекресток. Фарш Пава-Пава 159. Очень нравится. Из него делаем котлеты из индейки. Очень вкусно получается. Кашка по акции по 9 рублей Геркулес. С клубникой и две с вишней. Взяла нац. Он 29, а так стоил 59 на дачу. Тунец сейчас по акции рубленый, натуральный, вроде Калининград делает. Так, стоит 89, а стоил 129. Самые дешевые яйца это в Перекрестке. 44 рубля. Майонез на дачу в салат 49 рублей. И по акции взяла боржоми 69. 750 миллилитров. Сумма покупки составила 488 рублей. Покупки Перекрестка. Холодец 119, карбонат свиной 289, Байкал 59. Вот такой маздам у нас получается на 158 500 рублей килограмм. Ремит 332, это он со скидкой был.
Горбуша вареная на 135 рублей. И бабаевская шоколадка 54 рубля с копейками. Вот такие покупочки из перекрестка.